всей крови. Задача. Придумайте форму и докажите методом математической индукции, что будет здесь. Эта задача есть, что называется, абсолютно во всех книгах. А вот теперь задача, которая на самом деле тоже легко решается, если вы примените сегодняшние свои знания и умения, но намного тяжелее. Какая форма? И последнее. Если ее решите, то это значит, вы вообще сегодня все поняли. Здесь уже множители 4 штуки. А можно увеличить до 5? Можно и общую формулу, конечно. Дело в том, что если человек решит эти 3, то он уже станет такой умный, что и общую тоже сделает. Замечательная задача, ребята. Честное слово. Вы даже если сами не решите, хотя бы немножко порешайте. Просто попытайтесь. Когда потом узнаете решение, вам будет приятнее.